Сегодня будет и обзор на вот этот китайский телефон. Это Donut 500C. Сверху разговорный динамик, дисплей, клавиатура, снизу микрофон, снизу подзарядку. Так, сбоку у нас ничего, сверху фонарик и под наушники. Сбоку ничего, сзади камера у нас есть без вспышки и музыкальный динамик. Телефон на 200 карт и стандартного образца слот под карту памяти microSD. Вставляем аккумулятор, включаем. Ну, вот этот телефон. Телефон 2013 года выпуска. Так, давай-ка его... Смотри, списки вызовов. Пусто. Телефонная книга, быстрый поиск, поиск контакта, добавить номер, удалить, группа контактов, установки. Службы. Сим не поддерживается. Мультимедиа. Управление файлами. Аудиоплеер. Камера. Просмотр изображений. Видеоплеер. Видеомагнитофон. Радио FM. Сообщение. Написать сообщение. Входящие, исходящие, шаблоны, настройки СМС. Развлечение игры. Игры. Установка игры. Организатор, Bluetooth, будильник, календарь, калькулятор, задачи, фонарь. Профили пользователей, общий, на улице, в помещении, наушники, Bluetooth. Установки, настройки телефона, настройка работы, настройки безопасности, восстановить заводские настройки. Обзор закончен. Замок Вольфенбах. А в следующий раз будешь читать о призраках, возьми меня с собой. Кто сказал, что...